Православный мир отмечает в эти дни один из самых больших праздников – Крещение Господне. Он установлен в честь крещения Спасителя в реке Иордан Иоанном Предтечей. Торжество еще называют Богоявлением или Просвещением. В Астраханской области во всех храмах в этот день можно было набрать крещенскую воду, а смельчаки могли окунуться в ледяную купель. Подробности в сюжете наших коллег. Деревья словно хрустали и легкий морозец, а под ногами зеленый ароматный ковер из еловых веток. Машины, так называемые водовозки, постоянно подвозят воду. После освящения ее раздают астраханцам. Будем пить, лечиться водичкой будем утром натощак, чтобы Господь Бог помог нашему здоровью. Непривычно, но укрепляет силу воли, признаются те, кто впервые решил окунуться в ледяную купель. Таких было немало. Ведь крещенские купания – еще одна священная традиция. В Анно-Предтеческом монастыре для смельчаков поставили крещенскую купель – трехтонную бочку. В нее окунались все желающие. Хорошая вода, будьте здоровы! Для тех, кто замерз, чай из старинного тульского самовара и горячая печка, где весело потрескивает огонь. После ледяной купели, да горячий чаек, ой, как хорошо! Все-таки какой замечательный праздник крещения на Руси! С 6 утра раздают крещенскую воду трудники Покровского кафедрального собора. А осветил ее здесь особым великим чином митрополит Астраханский Камызякский Иона. Все освящается в эти дни на крещении Господне. Этот праздник дает исцеляющую силу. Трусовчане, прихожане храма и казаки крестным ходом с хоругвями пришли на Волгу. Здесь заранее оборудовали место для погружения в Иордань. Конструкция в виде креста и деревянные сходни – все для удобства верующих. После торжественного молебна иерей Виталий Семенов трижды опустил крест в речные воды. Сам я трусовский. Я родился и вырос в ОЦКК, в 6-м микрорайоне. И всегда здесь вот нам, трусовчан, не хватало молитвы. Вот в Левобережье там проходят крестные ходы, а здесь нет. А ведь крестный ход, он освещает. Освещает людей, освещает все вокруг. И слава Богу, что вот в Преображенском храме есть такая традиция на крещение Господне совершать крестный ход с молитвой на Иордань. Бригады спасателей, сотрудники МЧС, не только наблюдали за безопасностью, но и активно помогали вышедшим из воды. А на Кривой Болде обрадовались астраханцы. Даже кабинка для переодевания. Как говорится, в этот день радость для души и тела. Тысячи астраханцев в праздник Крещения Господня испытали на себе силу великой святыни. Праздник из храмов вылился на улицы Астрахани. В Иордане, Господи,